Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала, меня зовут Влад. Так, ну что ж, нам сегодня, собственно говоря, с двух ног просто залетела в рубрику «Первый взгляд» потрясающая игруха, которая вышла недавно в январе. Называется она Punch Club. Наверное, уже многие ее видели, уже, наверное, некоторые люди залипают в нее просто сутками. Реально охеренная игруха. Это игра про, скажем так, жизнь уличного бойца, выполненная в стилистике 90-х. Я думаю, люди, которые играли, не знаю, в Сегу или в 8-битку, они просто будут плакать и рыдать при виде этой игры, потому что ну, она прям вот один в один с тем, что было тогда. Даже тот же функционал, то есть ничего нового нету, просто вот... скажем так, своеобразная интерпретация вот старых тематик 90-х, то есть боевики, бойцы, там жизнь боксеров, вот тех, кто рос на фильмах Ван Дамма, вот это прям вот, короче, оно в точку, то есть прям вот до слез. Будем, наверное, сейчас сразу играть, не особо будем разглагольствовать, потому что ну, тут нужно реально долбиться. Игруха просто потрясающая, без всяких комментариев, надолго затянет вас. Если вы любите вот такие вот пошаговые всякие клацалки с интересным, скажем так, и одновременно банальным сюжетом, где вот как бы всех убивают, всех нужно спасать, вот такой, короче говоря, вы супербоец. Так, ну давайте, короче, начнем, не будем особо париться. Новая игра, придумайте имя вашему персонажу. Слушайте, я даже не знаю, как нас назвать. Карате-пацан, наверное, не покатит, блин. Зовемся Фридрих, почему нет? А на русском нельзя писать, да? Печально. Фридрих. Во, Фридрих. Фридрих пятый. Вообще зашибись. Мне нравится. Так. Когда-нибудь и призовите меня. Ваш внутренний потенциал безграничен. Тут батя стоит, что-то херачит вообще. Берегите свои амулеты, они помогут вам раскрыть свой потенциал. Там кубки стоят. Кажется, мама зовет нас обедать. Не будем ее вынуждать ждать. Так, пошла гроза. Та-та-та. Музло просто петь. Опа! Какой-то парень. Я знаю, что ты меня не послушал бы. У нас не было другого выбора. Бам! Ни хрена себе! Охренеть! Не плачь, сынок! Ты не должен быть. Ты должен быть сильнее меня! Сейчас я встану! Пообещай мне, что будешь тренироваться! Только не балет! Когда настанет время, ты должен быть готов! Так, ну что, малыш, похоже, теперь ты совсем один. А я уже давно совсем один. Думаю, вместе нам будет лучше. Будем приглядывать друг за другом. Идет? Ой, все, и понеслась. Я так понимаю, прошло уже лет 100, потому что мы какие-то взрослые. Слушай, неплохая хатка. У нас стоит какой-то плеер, аквариум, часики. Слушайте, огонь, мне нравится. О, мы прям проснулись сразу в шортиках. Алло. Все еще дрыхнешь? Поднимай свою ленивую задницу с дивана и иди к нам на работу. Как тебе такой план? Ну, окей, Фрэнк, конечно, почему нет? Работать надо, я, походу, уже взрослый. Отлично, я оставил газету на столе, поищи там объявление, увидимся. Базару нет. Никакой работы, пока не потренируюсь и не позавтракаю. Окей, братан, пошли. Просто вот игруха, не знаю, до слез, ребят. Надо бы поджиматься. Конечно, конечно, комплекс на коврике, это прям вот давай сразу. Еще и на одной руке. Братан, ну ты смени ее, это будет дисбаланс. Так, мы хотим жрать. То мы одну руку сейчас прокачаем, а вторая будет у нас хреновая. Надо, чтобы две руки были ударных. В холодильнике должна быть остаться какая-то еда. Давай посмотрим. Я не знаю, может там есть что-то внутри. Блин, но пресс у нас просто, не знаю, тут где-то вот живот качается вот где-то вот здесь. Пресс просто, не знаю. Так, холодильник. Твоя еда в магазине, нужно покупать еще. Замороженная пицца, газировка. Так, у нас здесь есть какие-то статы, я так понимаю. Энергия, счастье. Это, походу, куриная ножка, это, скорее всего, еда и сердечко, это что, любовь, здоровье, наверное, так. Значит, у нас сейчас меньше всего именно еды. Бахнем пиццу. Теперь я готов к работе, надо посмотреть, что там в газете. Давай посмотрим. Давай. Не лучшая работа, но сойдет. А, окей. Ага, во, появились какие-то передвижения у нас. Журнал событий, древо умений, карта города, боевые лиги. Ух ты, ёб твою мать. Окно персонажа. Всего боев, пробежал километров, пиц съел одну, хпхи, энергия, так, активные слоты, точность, регенерация энергии, броня, прям статов сколько, слушайте. Мы какой-то непропорциональный, у нас что-то с ногами какая-то проблема, мы сверху, не знаю, похожи на Арнольда Шварценеггера, а снизу, я не знаю даже на что это. Так, перков вроде нихера нету. Давайте посмотрим на этот. О! Со всем этим можно еще и взаимодействовать, офигеть!
Так, ладно, давайте пока запариваться не будем, я так понимаю, идет время. Если вкратце, у нас даже есть какой-то котик. Котик. Назовем его Рыжик. Прикольно. Так, в принципе, хатка неплохая, мне все нравится, устраивает тапочки, шкафчики, еда. Я так понимаю, нам нужно будет закупать еду постоянно, чтобы не сдохнуть. Ну, короче говоря, будем об этом заботиться. Так, давайте. Ага, работает настройки. Ну, в принципе, для качка там таскать цемент, я думаю, нормально будет. Так, есть на автобусе, есть пешком. 3 часа затратится. 6 километров пешком, нихера себе. Не, ну мы-то спортсмены, так что пойдем пешком. Опа! Енот. Енот жрет с мусорки. Так, нас какие-то хапари поджали. Какой-то большой бульбазавр и какой-то маленький Пикачу. Есть варианты действий. Попробуй поймать меня, убежать ни за что, начать бой, конечно, и ботинки мои тоже забирай. Так, ну, нет, струсить это плохо. Начать бой я бы не хотел, мне кажется, все-таки, ну вот чисто из-за биты. Если б не бита, я бы его вынес, но бита помогает ему. Так что давайте попробуем смыться. Ты был слишком быстро, не смог убежать, придется драться. Да ёб твою мать. Сейчас я должен выбрать способности, которые... А, окей. Так, у нас здесь приночевщик-то есть, интересно. Так, есть удар с ноги. Уклонение. Все, больше ни хера ничего нету. Окей. У него какие-то здесь активные перки. А что не подписывается? А, вот, появилось. Берсеркер. Если у персонажа 30% или меньше здоровья, то он наносит на 30%. Нихера себе. Вот это вурдалак. У него там какие-то статы были 8. Ох ты, ёб твою мать! Челюстуху пропустили на 30-арик. Давай. Давай, еще. Уклон. Твою мать, ну быстрее. 26 с руки, ёб твою мать. Давай, дружище, фуза, да, бей, лоб-кик пробиваем, в коленку пробей ему, он же, ёб твою мать. Да, будем честны, мы облажались, вообще потеряли здоровье. Нужно больше тренироваться, намного больше. Так, первый бой. Я видел, как ты дрался, это было неплохо. Ну, как сказать, меня просто били лопатой по лицу, поэтому... Может, и не слишком силен, но зато проворен, да, как бы силы не было, но я уворачивался пару раз. Да, ты не слишком силен, но зато быстр, да, просто как понос резкий. Тощий. Мало того, что ты получаешь дополнительный урон, тебя и ветром сдуть может. Все навыки уклонения работают лучше. О! Приведи себя в порядок и приходи ко мне в офис, есть разговор. Так, встретиться с Миком. С Миком? Господи, здесь, я так понимаю, Микс вообще из Рокки... Блин, я уже фильм не помню, к сожалению, но я вот этот мужик очень похож на... Если ты зайдешь в магазин Калу и напомнишь ему, что он должен мне оставить мясо. Окей. Этот парень очень... Его, по-моему, так же звали. Помните фильм «Рокки»? Там, по-моему, тоже звали главного тренера самого... Ну, «Рокки». Звали Мику. И, короче, он был такой же. Точнее, Мика его звали. Он был такой же, прям, на вид. Серый такой фуфаечки. Прям вообще один в один, слушайте. Так, пешкарем сначала в мага зайдем, да? Надо сказать парню. Этому Алу. Так, напомнить про доставку, да, для Мика. Я разберусь. Все, базару нет. Там какие-то пацанчики стоят на улице, прям такие тенс. Музло слушают. Так, нам сюда, да? Офис Мика. Есть. Так, ты встретил Мика, он знает много о боях, чувствуешь какую-то связь между вами. Ох ты, ёб твою мать! Это типа тренер чемпионов, знаете... Как чувак, который тренировал этого Геракла и Ахиллеса. Посмотрите, тут просто все кубки пацан выиграл. К нему, походу, черепашки-ниндзя приходили тренироваться. И Кейси Джонс, и... Кто только здесь не был, слушайте. Так, ну давай с ним побазарим. Привет, как я и говорил, у тебя есть потенциал. Я могу сделать из себя настоящего чемпиона. Окей. Это длинный путь, и ты должен сделать первый шаг самостоятельно. Понятно. В тренажерном зале моего друга проводится чемпионат для новичков. Выиграй его, я тебя потренирую. Окей. Зайди в зал к Сильверу, там ты сможешь потренироваться в полном объеме. Зайдем. Если у тебя будет совсем туго с деньгами, приходи, я покормлю тебя. А, вот так вот даже, слушайте. Попросить покушать. А почему нет? Короче, не работает, ребят. Я думал на халяву похавать, но так он походу как-то знает, ну игрой так сделано, что типа у меня есть бабосы 35 баксов, а и, типа я не нищий, типа чтобы меня сводил на... Так, ясно. Значит, пойдем сейчас в тренажерный зал. Привет, Мик сказал, что я могу тренироваться в твоем зале. Большой Мик, мне казалось, что он отошел от бокса. Меня зовут Сильвер, да, ты можешь тренироваться здесь, почему бы и нет? Окей. Мик должен был рассказать тебе о лиге новичков, попробуй свои силы в ней.
Займите 5-е место в лиге. Ага, сделаем. Похоже, ты умеешь драться, но не хочешь поспоринговать со мной. Да давай. Почему бы и нет? Так, у него статы 5-5-5. У него тут что-то дохера каких-то скиллов. Удар рукой, удар ногой, уворот, блок. У нас нет нихера, у нас только 2 скилла и какой-то перк под названием нейтральная атака. Статы 1-1-1. Ну ладно, здесь, короче, можно чуть-чуть смотреть, даже нас сейчас, скорее всего, вынесут. Просто удар на пятерочку с руки. Нога не прошла, нога прошла его, вторая, третья в челюстуху. Пока что все идет в блок просто, мы ему только энергию отнимаем. Стамина у него просто дохерища. Ну мы как-то держимся, тут 23 раундов, может быть, типа доживем, не знаю. Нац, нац. Слушайте, ну блин, у него что-то левый хук какой-то просто дичайший. Он проходит сквозь блок, вообще сквозь все проходит. На, ух, ёб твою мать. Братан, пощади, пожалуйста, пощади, осталось немножко, потерпи. Увороты, увороты, дружище, отлично, 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 еще, хорош. Ух ты, сука, навстречу поймал нас. Навстречу это плохо. Тут недавно смотрел бой этого Вайлдера с, господи, с поляком, как же его звали-то? Забыл. Вот там суть в том, что была, в принципе, бой был равный, короче, по боксу Вайлдера с этим, с чувачком с этим. Он, короче, в 9-м раунде забыл про защиту, пошел в атаку, опустил голову, и, получается, тот его на противоходе встретил. Короче, он его попал в челюстуху так, что того поднимали потом минуты на 15 просто. Это жесть. Поэтому вот эти вот удары навстречу, это, блин. Короче, нельзя никогда забывать про защиту. Давай, доживем, осталось чуть-чуть. Пожалуйста, доживи. Ну, это будет достижение. О, отлично. Не, я понимаю, что мы проиграли, конечно, это по хп-хам, да, но мы дожили до конца. А это уже что-то значит. Неплохо тебе мешало бы еще поработать над собой. Ты можешь потренироваться в моем зале, конечно, не бесплатно, но так как ты знаешь Мика, я сделаю тебе скидку. Так, тебе нужно достичь 5 уровня в одной из своих характеристик. Просто ведь, да? У тебя есть возможность записаться на... Окей. Так, записаться на бой. Боевые лиги. Записываемся. Бой через 2 дня. Давайте посмотрим сейчас стату нашей лиги. Вот мы, у нас 0 очков, мы в самой заднице. На первом месте у нас здесь находится какой-то парень Сальвадор Панчес. У него 2-9-5, у него нереальная ловкость. Какие-то удары на... У него 3 перка, господи. Так, ладно, это вообще будет не скоро, этого парня мы не снесем. Наш первый бой будет с пацаном по имени Сонг Мо. Статы 1-1-1, блок, удар с руки, ясно, можно, короче, не готовиться. Сейчас, короче, пойдем чутка прокачаем статы. 10 баксов. Да, нормально. Чутка, короче, качнемся сейчас, ребят. Я думаю, так как у нас идет уворот жесткий, скорее всего, надо качаться в ловкость. То есть, какие статы у нас? Ловкость, сила и выносливость. Да, у нас, так как мы пошли в тощего, нужна, короче, ловкость. Что дает ловкость? Подвесная груша. Любимая Владимира Кличко груша, поэтому будем, короче, на ней работать сейчас. Да, вот она дает нам, собственно говоря, ловкость. Отлично. Давай. Штурмуй. Блин, жестко отнимает прям еду, прям сажает, просто офигеть. Сейчас до двоечки добьем, я думаю. Пойдем сходим домой. Или сначала заглянем в магаз, да, надо закупить мясо, еще одно, короче. Мясо или пиццу, не знаю, что там есть. Ну что-то надо купить на еду, надеюсь, у меня хватит бабла. Потому что мало ли что. Так, все, уже пошли неполные перки, типа, видите, по пол кружочка стало. Ну мы, в принципе, подняли на двойку даже с половиной, поэтому можно не париться. Так, да, приходи к городу. В лигу мы записались. Сейчас сходим в магаз, да. Здорово, дружище. Че есть? Вот, кусок мяса стоит 40 поднимает. Вот это вообще то, что нужно. Так, и домой тогда получается. Уже конец дня, нефиг тут делать. Сейчас мы, наверное, что-нибудь хавнем такое минимальное. Газировки, не знаю. И ляжем поспать, наверное. Или какой смысл? У нас энергия фуловая, какой смысл спать? Нету времени спать, ребят, наверное, пойдем поработаем. Вот что прикол. Схаваем так большой кусок мяса и пойдем поработаем. Пешком 3 часа убили, ну, что поделать. Так, каждый раз завершая работу, ты будешь получать 50 баксов. Отлично. Так, Лига новичков, бой завтра. Я понял, там можно не тренироваться. Так, потеряны статы. А, каждый день мы еще теряем статы. Я понял. И получили статы, вот сколько мы получили. Просто ловкость прокачали, я не знаю. Там к первому бою можно даже не тренироваться, там такие статы у парня, что мы вынесем его в любом случае. А, вот, даже прокачивается сила и выносливость на работе, это хорошо. Давай еще один заход, надо 100 бачей поднять. Чтобы запасом было, на качалку, на всю эту тему. Энергия кончается.
Успеет? Нет. А, это, вот это вообще, вот это обидно, вот просто обидно, ребят. Вы видели, сколько не хватило энергии? Это же жесть какая-то. Давай, сейчас отоспимся. Не-не-не, спи еще, давай, до полной еды там, чтобы тебя... Отлично, отлично, еще, давай, до упора. Все, хорош. У нас там была вроде еще пицца, да? Да, схаваем пиццу. Так, бой. Можно, в принципе, сначала провести бой, но я хочу... А, у нас еды может не хватить, да? Ну, тогда придется сейчас немножко побегать, ребят, что поделать. Давайте сейчас затарим еще два куска мяса у этого парня. Отлично. Сходим домой. И на работу то получается, съездим на этом, на... Так, съесть. На работу то поедем, получается, на автобусе, чтобы не просрать время. Отлично. У нас все статы там на максимум подняты. Так, еще полтосик подняли. В принципе, нас хватит сил, наверное, еще один полтос поднять. Вообще на ура. Сразу запасемся на следующие дни, чтобы потом прокачиваться. Все. Сегодня у нас бой, да. Так, давайте. У него чисто блок, статы не очень... Короче, просто выносим его. Фридрих V просто сейчас его похоронит. Ух ты, ёб твою мать. Отлично, с ноги. Еще у нас только удар с ноги есть, поэтому... Удар ногой, мощный удар, затрачивающий много энергии. Шанс попадания напрямую зависит от параметра ловкости. А, ну, так зашибись. Что-то нас гасит, слушайте, алло. Где углом, братишка? Работай корпусом, работай ногами. Ногами плохо работаешь, работай корпусом. Увороты. Ты что, не смотрел это, бои Дэвида Хэя? Посмотри, бои Дэвида Хэя, это просто машина, хер попадешь в него. Так, ну мы все равно вроде бы в плюсе по хп-хам. 10 раундов, нихера себе, прям чемпионский бой. Хорош. Еще одну с ноги сажай. Зараза, блок его просто тащит. Хорош, на трешку. Отлично. У нас что-то стамина проседает быстрее, чем у него, мне это не нравится. Ну, правда, мы по хп-хам уже посадили его. Что тоже неплохо. Очень даже. Еще, отлично. Так, 39 хп, отлично. Идем к победе, прям уже... Верной поступью, 10 хп, отлично, еще давай. В голову, вертухан. Мне интересно, там есть в прокачке вертушка? Хочу быть вандамом. Зараза, что-то он врубился, начал нас вырубать конкретно. Смотрите, довольно по хп еще. Тварюга. Не, блок его просто тащит, потому что он его срабатывает практически всегда. А мой уворот что-то срабатывает через раз. Какой-то, не знаю, просроченный уворот. У нас, походу, реакция не очень, скорее всего, у нас много детей. Файт! Давай, ну сажай его, ну туши! Еб твою мать! Ему там осталось-то досадить, господи, две комбы с ноги, пожалуйста. Дружище. Пятый раунд должен быть последний для него. Давай. О, 4, отлично! 6 хп, соберись! Давай, друг, ну! Ну, дружище, ну, пожалуйста, ну, пощади! Еще один! Давай! Ах, ты твою мать, пережил! Так, пошли поздние раунды. Ну, как пошли, короче, пошли и все, как бы, и ушли. Так, мы получили какие-то три каких-то, не знаю, что это такое, очки умений. А, это для прокачки скиллов. Получили очки, потеряли здоровье, дохерища и счастье. У нас счастье просто из жопы лезет. Статистика скиллов. Так, верхнее число, общее количество использования, нижнее число, удачное исполнение. Ну, я говорю просто, смотрите, проценты. У него блок срабатывает практически всегда. То есть, смотрите, 70%, то есть, охереть, он блокирует практически все удары. А у нас, блин, короче, уворот срабатывает, не знаю, в одной из трех только случаев. Про удар ногой вообще молчу, он вообще не попадает никуда. Жесть. Так, для прокачки перк. А, окей. Так, вот тут у нас дерево умений. Так, что у нас здесь есть? Есть блок, но... Я уже пошел в уворот, я так понимаю, блок это для ребят, у которых, типа, туша большая, но они, типа, сильные. Так, можно, типа, включать сейчас тактику, да? Для того, чтобы открыть дальше все скиллы. Опа, есть здесь у нас что, хай-панч? Ага, нужно 2 выносливости. Апперкоты, хай-кик, нужно 2 ловкости. Удар, наносящий большие повреждения, затрачивающий больше энергии, чем обычный удар ногой. Слушайте, это неплохо. Давайте, наверное, сейчас его вкачнем. Нужно 2 ловкости. У нас ловкость, зараза, упала, но это сейчас мы быстренько подымем. У нас деньги есть, вроде бы все пока что есть. Можно пойти покачаться. Давай, грушу. Так, что у нас там мигает? А, опять на Лигу Новичков. А с кем у нас там бой следующий? Вот матчи, которые прошли. А, это которые прошли, нужно записываться. Рой Джексон, Лени Москович, нихрена себе Лени. Сонгмо. Вот он, Сальвадор Панчес, он опять выиграл. Гордона какого-то вынес. Но Гордон, конечно, много слабее, это вообще без шансов было.
Просто похоронил парня. Так, давай на груши, на груши, на груши, на груши. Надо поднимать до трешки, походу, иначе у нас слишком слабая точность, то есть попадаем очень редко, это прям печалит. Надо сейчас поднимать трешку, иначе это вообще без шансов. Потому что, ну, очень маленький шанс попадания с ноги, мы много бьем в блоки, а удары с ноги тратят очень много энергии, то есть, не дай бог, что энергия кончится, и мы... будет очень плохо. Так, давай сейчас немножко еще запасом добьем. Отлично. Отлично. На сегодня, в принципе, хватит у нас. Поработали на груши суперски. Ух, какие девочки. Привет, попка. Ну, как оно? Зараза игнорит. Ну ты чё? Посмотри, у меня пресс. Слушайте, вообще какие-то молчаливые бабы. Так, давайте, наверное, сейчас ездим. Мы там вроде бы не доработали. А, нет, доработали. А, все, забрали свои деньги. А то мы просто в прошлый раз вышли, я смотрю, короче, бабосов нету. Типа, не додали нам зарплату. Так. И что это такое? Так, продолжаем играть, что-то меня, ребят, глюкануло, не знаю, при переходе в магазин. Походу, меня гоп-стопнули по пути, короче говоря. Бывает, что поделать. Так, бабосов у нас прям много. Дома у нас сегодня кусок мяса, я думаю, сейчас затарим кусок мяса прям прилично. 4 штуки, у нас остается еще на тренировке, да, 10 баксов. И на всякий там случай, что может произойти. Так что сейчас можно, в принципе, вернуться домой. Трешка у нас ловкости уже. Так, нам кто-то звонит. Или звонит. Алло. Привет, я смотрю, ты начал драться, это отлично, да? Я оставил на столе старый самоучитель, надеюсь, пригодится. Спасибо, Фрэнк. Давайте посмотрим. Так, как правильно тренироваться? Не пытайтесь достичь высот в значении всех трех характеристик и выбери свой путь. А, ну это понятно, надо что-то одно качать. Сила, влияет на силу всех ваших ударов, также повышает предупреждение энергии в бою. Ловкость, влияет на вашу точность и шанс уклонения. А выносливость, влияет на то, как вы держите удары, как быстро восстановите энергию. Каждый день ты теряешь характеристики, быть на пике формы постоянно очень сложно. Постараюсь выходить на пик на максимальные характеристики в день боя. Так, тренировка силы нам не нужна. Тренировка выносливости, ой, ловкости, вот. Если ты достаточно ловок, ты можешь выполнять сложные удары ногами, а также эффективно уклоняться от ударов соперника. Да, вот видите, для нас основа это вообще не сила, нам нужна ловкость и выносливость, окей. Так, уворачивайся от ударов, используя контратаки, а также удар с высокими базовыми повреждениями. Отлично, уклон, удар какой-то, не знаю, ураган, удар с ноги, блоки нам не нужны, все правильно. Школа боевых искусств, которая подходит больше всего, это путь тигра, там еще какие-то школы будут в дальнейшем. Так, здесь выносливость, черепаха. Как ты видишь, выбор ударов очень важен. Всегда пытаюсь научиться новым приемам, тренируюсь с тренером, уделяя много времени работе с правильной стратегией перед боем. Окей, конец. Так, ну я думаю, наверное, ребят, пока что закончим первый взгляд этой игрушки потрясающей. Офигенно просто играет, затягивает просто с головой. Хочется еще прокачать статы, драться, подниматься в рейтинге. Узнать, кто же убил нашего отца. Короче говоря, вот типичная игруха из 90-х. Потрясающая. Если вам понравилось, хотите продолжение, то ставьте лайк, ребят. Пишите комментарии. Всем удачи и пока-пока.